Хочу вам показать платье, двустороннее платье, которое шила для игровой куколки. Вот одна сторона платья, а вот здесь будет еще наклеечка. Я выбрала вот такую наклеечку, вот аппликацию. Платье, конечно, будет смотреться очень красиво и нарядно. А такие наклеечки сегодня пришли у меня ко мне из Китая. Я выписываю с AliExpress. Мне очень нравится именно в таком формате, на пленке. Они очень яркие, красивые, прочные. Их очень легко приклеить к изделию. Что для этого нужно? Вот видите, с одной стороны вот оно. Прислоняем сюда, пленка сверху. Накладываем ХБ-шную ткань и проутюживаем утюгом примерно одну минуту. А потом убираем пленку. Сейчас я покажу, как получилось. Итак, я проутюжила, даже какие-то места убирала ХБ-шную ткань и прям утюгом на средней температуре прям по этой пленке прогладила. Теперь буду убирать аккуратненько. Вот убираю пленку. Вот, посмотрите, как у меня получилось. Какая яркая, красивая. Платье двустороннее. Вот это одна сторона платья. Сейчас переворачиваем. И вот такое нежное получилось платьишко с другой стороны. Это платье для игровой куколки. Если вам понравилось мое платье, ставьте лайк. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. И на задней части я еще сделаю пуговички. Вот это одна сторона платья. Вот такая сторона. Вторая сторона платья.